негативную информацию. Она есть вообще? Ну, была. А вот, например, когда вот, негативная информация, это что? Ну, давай. Ну, можно? Что плохо, все плохо. Можно на ты? Например, все плохо, человек мне говорит, все плохо. Ну, да? Телевидение. И я думаю, какой несчастный. Почему плохо? Да, мне говорит про плохое, мне его жаль. Я не буду думать, что это плохо, я буду думать, как ему надо, конечно, как-то надо помочь, как ему сделать хорошо. Раз ему конфетку из кармана, говорю, видишь, не все плохо. Мне нравится телевизор, да? Вот смотрите, вот представьте себе, на меня орет радио. Орет. По радио говорят, ты бессовестный хам, ля-ля, мне. Я как должен реагировать? Нет, вот оно орёт, да, ты скотина, ну я не успел посмотреть, что это театр, просто зашел, а там, ты скотина, что зашел, говорит, ну совпал, вот он орёт на меня, я что-то, я думаю, ты совпало, да? Я как буду реагировать? Я обрадуюсь, что совпало, я зашел в квартиру, а тут по радио такая хренотень, совпал. У меня орёт человек, какая разница, давайте. Совпало, он орёт, я зашел. Что плохого? Радио работает, изумительно. Мне говорят по телевизору. Добрый вечер. Мы сейчас вам расскажем, что он совершенно недобрый. И рассказывают мне. Я думаю, вот они дают, нифига себе, да? Умеют же, да, испортить настроение? Как у них научиться? Начинаю у них учиться, как испортить настроение людям. Сказать «добрый вечер», а потом такую нести фигню, как телевизор, главное монотонно. Супер, чуваки. Мне нравится смотреть, как они это делают. Фантастически здорово. Я не ведусь. Потому что, если я уже ведусь, то только сочувствие. Просто я сочувствую всем людям, с которыми происходят вот эти события. Но я не злюсь. Я просто сочувствую. Жалко. В Сирии жалко наших летчиков, которые нажимают на гашетки, потому что они за это обязательно ответят когда-нибудь. Жалко всех. Но я не буду злиться, потому что от того, что я буду злиться, только будет увеличиваться этот объем злости. Я буду сочувствовать. Жаль. Просто жаль. И пока я буду в любви и сочувствии, это быстро будет прекращаться. Если мы все будем любить друг друга, никогда не будет злости.